Дорогие москвичи, нам приятно сообщить вам новость. Только что в магазин по продаже автомобилей поступила первая партия новых автомобилей «Запорожец». Новая модель значительно отличается от старой. Не правда ли? Красивая машина. Современная, элегантная. Безусловно, она завоюет в самое ближайшее время симпатии многомиллионной армии автолюбителей. Чем же отличается новая модель от старой? Багажник в новой модели, как и в старой, находится в передней части автомобиля, но он стал значительно просторнее. За счет чего? За счет того, что бензобак перенесен тоже в заднюю часть. Он находится за задним сиденьем. Вот, посмотрите, очень просторный, удобный багаж. Салон намного просторнее, чем в старой модели. Почти такой же, как в модели «Москвича» 408-го. Всего лишь на 1,5 сантиметра уже эта машина, чем «Москвич» 408. Двигатель расположен в новой модели, так же, как и в старой, в задней части автомобиля. Мощность его доведена до 30 лошадиных сил. Здесь очень удобен, он удобен в смысле доступа к нему. Вот что хотелось сказать о двигателе.